Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и мы сегодня с вами распаковываем игрушечки с фикс прайса. Это у меня лоток для Hot Wheels, мы сегодня проверим новый лоточек. Потом есть супер-пупер-мега-зажигалка Миллион XL, вот, 55 рублей. И вот такие игрушечки по 99, по-моему, или по 77 они были, не помню. Это тачки, трансформеры Pixar официальные в яйце по очень выгодной цене. Игрушка, яйцо, трансформер, тачки с маркировкой Disney Pixar. Давайте мы сегодня посмотрим, мне кажется, они должны быть очень крутые. В общем, сегодня у нас выпуск, посвященный тачкам и фикс прайсу. Так, как их открыть, вопрос? Надо как-то подрезать. О, слушайте, они даже не отлепляются. Может быть, как-то просто надорвать и все? Не, надо подрезать. Валюша, дайте мне нож, пожалуйста. Придется по кругу обрезать ее, потому что не получается его открыть аккуратненько. О! О, все получилось. Слушай, а на ощупь приятная штука. Очень даже хорошо. Диноко. Написано Диноко 51, но на официальную игрушку это не похоже. Disney Pixar. Может быть, это подделку закинули? Это вот такое желтое яйцо. И мы его трансформируем. А как его трансформировать? Вот так она выдвигается. И что дальше делать? Колеса вот отсюда выдвигаются, да? Потом вот эта голова вот отсюда выдвигается. И... вот она что. И... О! И получается у нас офигенная тачка. Колеса отсюда вынимаем. Эх, жалко, колеса не будут крутиться. И вот это спойлер, да, у него. Слушай, офигенная тачка, только колеса почему-то не фиксируются. Они постоянно такие, знаете, расхлебанные. То есть они сдвигаются и задвигаются. Задние нормально, вот передние что-то болтаются. И вот он у нас получается Диноко желтенький. Обалденный. Жаль, что колеса не крутятся, да. Колеса крутиться не будут, и это печально, разумеется. Ну, я все равно доволен. Я доволен покупкой, этих денег это точно стоит. И теперь как его свернуть обратно? Вот это колеса сюда, это наверх. Вот это... переворачиваем вот это вниз. И... колеса прячем. Вот так. Все. И получается вот такое яйцо с глазами. Посмотрите, какой прикольный. Слушай, это вообще приколюха. Да, классное яйцо. Прям могу рекомендовать. Недорого стоит. И теперь зажигалка. Зажигалка за 55 рублей. Не знаю, зачем она вам нужна. Я не курю. Но мне показалось, что за 55 рублей такая зажигалка — это приколюха. Ее можно прикольно поснимать в видосах. О, посмотрите, какая красопетошность. И горит она реально ярко. Вот минимальный ее огонь. Вот видите, он еле виден. Прям еле-еле горит. И максимальный. Вау, вот это пламя, слушай. Вот это пламя. Не, зажигалка прикольная, она еще с открывалкой, то есть пепси, там колы, стеклянные бутылочки можно открывать. Единственный у нее минус, что ее нельзя заправлять. Вот если бы ее можно было заправлять газовыми баллончиками, цена бы и не была. Предупреждение, прячьте от детей, детям пользоваться нельзя. Не, ну она такая здоровенная, вообще четкая. И следующее яйцо, трансформер, это синяя машинка. Давайте на нее посмотрим. Так, нет, это синее яйцо, поэтому казалось, что машинка внутри синяя. А это черная машинка. Вот так она выглядит в собранном виде. Обратите внимание. Disney Pixar, также надписи остались, номера ее. И трансформироваться, по идее, она должна так же, как и предыдущие, да? Правильно я понимаю? То есть мы ее как-то раздвигаем. Потом вот эту морду... Что мы делаем с мордой? Достаем вниз. Вот так их собираем. Колеса... достаем. Да, спереди колеса не фиксируются, это печально. Вот это единственный минус вот этих машинок. И спойлер, переворачиваем. Вау, посмотрите на это. Так, я не до конца тут. Они еще заклеп. Да, тут есть еще заглушки, они типа должны защелкнуться. Вот она, наша тачка получилась. Слушай, ну вид имеет, конечно. Сверху написано Ляутен, что-то непонятное. 2.0, это злодей, да, который был? Я купил все, которые у нас были. У нас были только три вида таких машинок. Возможно, у вас будут другие. По-моему, это злодей, да, который с ним соревновался там в финале. Вау. Ну, черная машинка тоже классная. И обратно их как трансформировать, тоже элементарно. Вот эту штуку поднимаем, это отпускаем, наверх закидываем. Мордочку прячем сюда вниз. Колеса задвинули. Чик,
чик, и спойлер перекинули. И тут есть еще пазики, куда она должна вставляться. То есть вот так, хоп, фиксируется она. Слушай, тоже классная, тоже классная. И теперь давайте мы примерим Hot Wheels тачки. Из-за шира у нас в фикс-прайсе разобрали все лоточки, которые были составные, знаете, для моей, ну, можно было там машинки хранить. Теперь привезли новые, коробка для мелочей универсальная. Я думаю, что должны машинки сюда тоже влазить. Давайте попробуем. То есть вот такой кейсик, открываем его. И сюда мы можем наполнить машинками. У меня есть машинки Hot Wheels. Так, вот такая машинка, одна сюда влазит. Потом вот Бэтмобиль сюда залазит. Маленькие машинки, коротенькие, зайдут? Да, 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 они заходят. Только нет, не заходят. Или заходят. По-моему, заходит нормально. То есть вверх... А, во, бочком. Бочком короткие машинки сюда залазят. Так, теперь длинная машинка еще одна сюда. Тут сюда можно будет две длинные засунуть. Да, вот так. Вот так. О, да тут много будет. Можно будет много сюда наложить. И еще большие машинки высокие. И вот такая среднего типа вот сюда... подходит. То есть Hot Wheels можно хранить вот в таких контейнерах, тоже нормально. Ой, даже разноразмерные сюда можно запихать. Вот эту этикетку надо будет аккуратненько оторвать, чтобы она не мешала нам смотреть, какие машинки внутри. Да, видите, он полностью прозрачный, и мы можем увидеть, сколько машинок внутри. И тоже коробка недорогая, 77 рублей для хранения Hot Wheels. Сюда влезет 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Машинок 20 сюда влезет, если их напихать прям плотничком, там рядышком друг с другом. Если какие-то редкие машинки, вы не хотите, чтобы они царапались, тогда там машин 12 влезет. Так, и последний наш трансформер, это вот такой, как его зовут, кто знает, посмотрите. Это машинка в яйце. Disney Pixar тачки. Открываем. Так, аккуратненько. Опа, это коричневый дружок. Машинка, которая постоянно боится всех. А что она? Ой, посмотрите, как они могут. А что, это раньше такого не умели? Смотрите, это типа тонированное стекло. Другие машинки такого не умели делать. Хоп, и он теперь видел. То есть, по идее, когда в яйце, он должен быть такой, скорее всего. Да, здесь совсем другой механизм трансформации. Он вообще отличается. Ну-ка, как тебе вынуть? А, типа это вперед. Она просто расширяется, и все, видите, здесь. Чик, и вот этот кран. Это буксировочная машина. Да, вот этот прикольный тип, когда молния Маквин застрял на этом, на деревенской этой. Тачки? Да, тачки. Прикольные. Вообще офигенные. Знаете, они мне еще напоминают вот немножко по качеству, по стилю, как мы покупали миньонов вот этих, катушки, ты помнишь? Вот? А, миньоны, которые катались? Да, 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 тоже прикольные. Да, да не, эти лучше качества. Лучше? Да, единственное, что вот колеса, конечно, не крутятся. Вот эту машинку рекомендовать могу. Она прям реально офигенская. То есть вот эта коричневая прям крутая. И вот в яйце она как выглядит. Кстати, ребята, напишите в комментариях, если вам интересно, Денис может показать всю коллекцию своих машин. Да, это будет долгое видео, на час. Вы готовы к такому? Пишите комментарии, ставьте лайки, если вы хотите посмотреть эту коллекцию огромную. Да, вот это вообще классные тачки, слушай. И собирается она легко, да, получается, мы выбираем вот это вниз. Машины Так, подождите. А, вот так, вот так. О, и прячем голову. Вообще прикол. Давайте теперь мы на всех на них посмотрим. Быстренько их разберу. Я уже приноровился. Интересно, по-любому же должны быть другие коллекции. То есть еще яйца. Давайте поставим побольше лайкосиков. И я поезжу по фикс-прайсу города. По другим фикс-прайсам. И мы найдем все-все-все машинки вот эти. Чтобы их все собрать, всю коллекцию. Так, оп, защелкиваю. Здесь защелкиваю. Колеса расширяем. Опа, и вот он получился. Ну, желтенькая, конечно, самая яркая, но не самая крутая. Диноко. Я даже не помню такого персонажа. Диноко. Одиноко ему или что. Так, и черный, но черный это явно злодей. Так, как тебя достать? Так, оп, чик. Вот это сюда. Раскрываемся. Шо-шо. Вот что-то тут проблемы какие-то у меня с ним. А, вот так надо. Все, понял. Так. Ой, он сломались. Оп. Да. Вот это было прям тяжело сейчас. Вот этот тяжело что-то собрался сейчас. И спойлеры мы не забываем поставить. Вау. Ну смотрите, какие тачки вам понравились сегодня больше всего. Нет, тачки офигенные. Вы только посмотрите на эту красоту.
Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч и мои обзоры из фикс-прайсика. Если хотите больше обзоров, то жмите колокольчик и подписывайтесь. Всем пока-пока.